Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня представим вашему вниманию профессиональной радиостанции Kenwood серия NX3000. У нас на обзоре NX3320E2 модификация, то есть с усеченной клавиатурой и дисплеем. Чем эти станции уникальны? Уникальны они тем, что могут быть запрограммированы в них либо NXDN-каналы цифровые, либо DMR-каналы цифровые, ну и, соответственно, аналог. Но, смотрите, одновременное программирование и тех, и других в данной серии не поддерживается. То есть, если вы хотите DMR-каналы запрограммировать, то нужно будет тогда все настройки сбросить с NXDN и программировать их. Одновременная работа и на том, и на другом цифровом протоколе невозможна. Сравнивать мы будем сегодня с радиостанцией NX300. Это предыдущее поколение от Kenwood профессионального. Мы замерим тогда сегодня все характеристики и у той, и у другой. Но показывать в ролике будем именно новую серию замеры, а этой станции замеры проведем, сравним и добавим тогда в общий перечень лабораторных наших измерений. Я ссылку под видео дам. Так, теперь по поводу нейминга данных 3000 серии. Тройка – это обозначение серии. Вторая цифра – тройка 400 МГц. Значит, двойка – значит двухметровый диапазон, то есть 136-174. Ну и, соответственно, 20 – это сама модель. Е2 – обозначение – это усеченная клавиатура и дисплей. Е3 – это без дисплея и клавиатуры, то есть станция вот наподобие данной серии, да. Если просто E стоит символ в конце названия модели, то это полная клавиатура и дисплей, соответственно. То есть несколько модификаций. Так, по поводу сразу комплектации давайте я вам расскажу. Как сейчас все фактически современные радиостанции Kenwood портативные, поставляется прием-передатчик клипса, заглушка аксессуарного разъема. Все остальное, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, заказывается отдельно. Это, в принципе, хорошо, потому что можно всегда свою комплектацию выбрать необходимую вам. То есть, хотите больше емкости аккумулятора, выбираете его. Хотите зарядку быструю, выбираете ее. Хотите многоместную сразу зарядку, также можете выбрать. Хотите под свои частоты антенну выбрать, выбираете соответствующую модификацию антенны. То есть нет стандартной комплектации, вот этой большой, вы выбираете все время самостоятельно. Ну что, давайте тогда начинаем с замеров. Ну точнее, давайте я вам расскажу про конструкцию тогда и управление, а дальше займемся замерами. Подписывайтесь на канал, наша следующая цель 100 тысяч подписчиков, и нам это очень важно. Начинаем. Так, смотрим конструктив станции. Давайте я вам сразу тогда откручу аксессуарный разъем. Он совместим с аналоговыми старыми радиостанциями Kenwood, то есть это самый распространенный разъем на данный момент у радиостанций, и это хорошо, соответственно, множество аксессуаров и кабель программирования подходят от старых моделей. В отличие от серии NX300, здесь стоит влагозащищенный разъем, вот такой многоконтактный, то есть к нему подходят аксессуары вот с таким многоконтактным разъемом и с фиксацией. Так, по поводу влагозащиты. Данная станция IP55 соответствует NX3320. Что у нас? Давайте посмотрим сверху. Сверху у нас идет разъем антенны SMA-вилка, индикатор работы, light bar, так называемый, у
Кенвуда сейчас у этой серии есть, соответственно, можно на него различные функции назначить, например, выбор зоны будет отображаться различными цветами, ну и так далее, зарядка, разрядка батареи, ну то есть множество, все в программном обеспечении назначается. Программное обеспечение, конечно, у данных станций очень и очень обширное, и, соответственно, вы можете многие параметры там назначить. Я вам скриншоты из программы некоторые на сайте приведу. По ссылке на станцию можно перейти и посмотреть. Так, далее переключатель каналов, регулятор громкости, он же включение, ну то есть управление классическое. Теперь слева у нас расположена кнопка передачи и три программируемые клавиши. То есть вся эта функциональность тоже назначается в программе. И, соответственно, выбирается там около 30, наверное, различных функций. Тоже список я вам частично покажу из программы, увидите. В данном случае у нас батарея стоит 56-я никель-металлгидридная КНБ-56НМ. Соответственно, выглядит она на телестанции вот таким образом. Есть, естественно, к ней и литий-ионные батареи, и тонкие, и наоборот большой емкости, поэтому все здесь выбирается гибко. Модификации E2, есть дисплей и вот такая усеченная клавиатура. Клипса крепится к самой станции. Крепление аккумулятора здесь несколько необычное, давайте я вам покажу. Также вот эта планка откидывается достаточно туго. Планка откидывается и, соответственно, поднимается держатель аккумулятора. После этого аккумулятор можно вытащить. Так, как вы видите, модификация КНБ-56Н, емкость 1400 мАч и никель-металл-гидридный химический состав. Клеммы для подключения к радиостанции, три штуки, расположены в верхнем торце аккумулятора. Ну, по конструкции, пожалуй, все тогда. Переходим к управлению. Так, давайте я сразу буду сейчас включать станции тогда, чтобы вы увидели, насколько быстро станции грузятся. Это модификация NXDN. Это у нас универсальная, но запрограммированные каналы в данном случае тоже NXDN. Включаем. Ну, то есть грузятся они очень быстро, никаких проблем с этим нет. Так, теперь дисплеи примерно по габаритам одинаковые, но здесь информации побольше в новой серии. Естественно, кнопки все могут быть назначены, может быть включена озвучка голосовая, либо выключена в зависимости от ваших предпочтений. Зона 1, канал 1. Меню и озвучивание на... Зона 2, канал 1. Русском языке. Вот видите, я, например, повесил... Зона 1, канал 1. Слайдбар зеленым цветом на первую зону. Зона 2, канал 1. На вторую 1. Зону фиолетовый индикатор этот я сделал. 2, 1, 2. Так, на красную кнопку мы назначили функцию переключения мощности. Низкий уровень мощности выключен. Низкий уровень мощности включен. Так, теперь меню давайте я вам покажу. Тоже оно на русском языке. Можно назначить свои разделы, которые будут доступны пользователю. Соответственно, в этой станции есть GPS, есть Bluetooth,
Есть запись переговоров встроенная. Как видите, сейчас у нас запрограммированный. Зона 1, канал 1. Каналы аналоговые 2. И NXDN. Отображается время. Оно нужно также и для записи переговоров, и, например, для передачи координат с временной меткой. Ну, по управлению, пожалуй, все. То есть каждая клавиша может быть переназначена. Также и боковые. Соответственно, смотрите программное обеспечение, я там привел функциональность. Переходим к измерениям тогда. Давайте будем тестировать мощность. Мощность высокая стоит на канале. Режим аналоговый. И частота 434 МГц. Вся шкала у нас 10 Вт, надписи внизу, риски сверху. Нажимаю на передачу, смотрим выходную мощность. 4 Вт ровно. Так. Низкий уровень мощности. Теперь на низком уровне смотрим. Так, давайте я на 1 Вт переключаюсь тогда. Так, получаем, ну, где-то 0,7 с небольшим. Вата. Так, давайте будем замерять токи потребления. Выключенная станция не потребляет ничего, поэтому смело можете оставлять аккумулятор подключенный. Так, сейчас у нас стоит аналоговый режим. Режим сохранения энергии батареи по умолчанию выключен, поэтому мы его включать тоже не стали. В аналоговом режиме в режиме дежурном, то есть когда нет приема и передачи, станция потребляет 134 миллиампера. Это NX3320. Сейчас еще переключимся в цифровой режим. В данном случае NXDN измерим потребление в дежурном режиме, в этом режиме. Так, в режиме NXDN станция фактически потребляет столько же, то есть вот 74 сэмпла мы выждали, 136 миллиампер NXDN. Так, теперь будем проверять на полной громкости на приеме, сколько станция потребляет. Принимаем на радиостанцию NX3320 в аналоговом режиме полная громкость. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, потребление 198 миллиампер на приеме в аналоге на полной громкости. Так, теперь смотрим передача. Низкий уровень мощности. Выключен. Так, теперь передача на высоком уровне мощности. Смотрим. Тысяча 706 миллиампер. Так, рассчитаем тогда время работы в цикле 5590 у данной станции. 134 миллиампера потребление в режиме ожидания, 198 миллиампер полная громкость, 1706 миллиампер передача при максимальной мощности, и емкость аккумулятора будем брать 1400 миллиампер час, так как используем в данном случае КНБ-56Н. Напоминаю, что для данных станций, естественно, есть аккумуляторы и большие емкости. Так, с этими исходными данными мы получаем время работы в цикле 5590 9,7 часа в аналоговом режиме. Но в цифре фактически такое же будет время работы, потому что потребляет станция
столько же. В DMR, конечно, можем получить несколько меньшее потребление в режиме передачи, поэтому время работы будет немного увеличено. Станция, конечно, прилично потребляет, соответственно, такие данные мы получили. Теперь замерим NX300 и будем переходить к измерению чувствительности данной станции. Также, кстати, можно время работы продлить, установив здесь режим сохранения энергии батареи. Проверяем чувствительность. В радиостанции можно регулировать уровень шумоподавителя. Соответственно, мы выбрали уровень низкий. Поэтому сейчас будем с таким порогом проверять. Частота 434. Так, увеличиваем амплитуду. Смотрим. Минус 121 dBm. Теперь смотрим избирательность по соседнему каналу. На 10 кГц мы отстроились. С минус 121 dBm отсчитываем тогда, насколько быстро откроется шумодав от помехи, отстоящей на 10 кГц вверх. Да, 14 единиц получается при 10 килогерцах. Так, давайте теперь на 15 отстроимся и смотрим здесь. Но тут, как вы видите, не открывается шумоподавитель от помехи. На 15 кГц уже я вот до предела дошел. Не открывается. Проверяем прием и громкость динамика. Громкость, как вы видите, на максимальном уровне стоит. Фиксируем значение. Заодно максимальной громкости на шумомере замерим громкость динамика. Принимаем на радиостанцию Kenwood NX3320 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь демонстрируем режим NXDN. Принимаем на радиостанцию Kenwood NX3320 в цифровом режиме NXDN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте теперь мы еще продемонстрируем NX300, как принимает, тоже полный уровень громкости. Фиксируем здесь значение.
принимаем на радиостанцию MX-300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viva Telecom. Передаем с радиостанции Kenwood серии NX-3000 в аналоговом режиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viva Telecom. Передаем с радиостанции Kenwood серии NX-3000 в цифровом режиме NXDN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте я вам еще продемонстрирую систему записи переговоров тогда. Так, громкость поменьше сделаем. Так. Воспроизведение. Нажимаю. Смотрим тогда, ну, например, вот этот файл. Viva Telecom. Передаем с радиостанции Kenwood серии MX-3000 в цифровом режиме NXDN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть можно задать длительность максимально 60 секунд записи. Можно только персональные вызовы записывать можно, как вот сейчас у нас включено полностью весь прием и передачу записывать. Но не очень большой буфер здесь или память для хранения. Соответственно, видите, она периодически говорит, что память полна. Можно затирать старые сообщения, включить в программе. Вот таким образом все это происходит. То есть здесь не ставится карточка, именно используется внутренняя память. Так, теперь по поводу самой программы. Естественно, по шифрованию есть аналоговый скрэмблер, и можно поставить дополнительную лицензию. Тут есть простой ключ до 32 000 вариантов устанавливается цифрового ключа, но можно поставить и дополнительную лицензию так, с расширенным шифрованием, в том числе AES. Я вам скриншот доступных лицензий для данной серии приведу. То есть в программе все показывается, какие можно докупить лицензии для данной станции. Давайте по меню я еще покажу. Видите, можно индивидуальной задать категорию меню и туда набросать каких угодно функций. И, соответственно, здесь также вот в этих категориях вы можете какие-то функции отключить, какие-то задать. То есть вот можно задать уровень шумоподавителя, например, и так далее. То есть все очень гибко настраивается. У нас на сайте добавлено несколько скриншотов. Можете посмотреть, насколько большое количество настроек. И оно, кстати, необычное управление в данной программе. То есть сначала надо создать именно системы аналоговые, либо цифровые, и дальше уже задавать в зонах каналы в соответствии с этими созданными системами. Ну, то есть управление обычно наоборот, то есть происходит здесь же у Kenwood, вот в этой программе все по-другому. Но разобраться, естественно, можно. Мы отдельно ролик снимать не будем на это, потому что, ну, как бы запросов мало и станции достаточно редкие, поэтому если какие-то вопросы есть, обращайтесь, постараемся помочь. По установке, кстати, тоже интересно, программа устанавливается, то есть мало того, что нужно поставить программное обеспечение, нужно еще и поставить лицензию на ее использование. Лицензии есть разного уровня, например, есть демо-лицензия сроком действия всего 60 дней. Ну что, давайте тогда подводить итоги по радиостанции NX3320 в данном случае, ну и по всей 3000 серии. Смотрите, начнем с недостатков тогда. Кстати, по антенне. Антенну мы график привели на сайте. Это КРА-23М3 400-450 МГц.
Она рабочая во всем диапазоне частот, но минимальный КСВ у нее равен 1,52 на частоте 441 МГц. Скоро мы будем тестировать, кстати, станции в городе для дополнительной проверки, как она себя поведет и как работает режим NXDN. Будем проверять и в аналоговом, и в цифровом режиме. Так, по поводу недостатков. Потребление достаточно большое, 134 мА станция потребляет в дежурном режиме, это много. Причем NX300 потребляет в два раза меньше, 66 мА мы получили. И, соответственно, работает она подольше, конечно, тем более, что аккумулятором она у нас закомплектована 47-м, который имеет емкость 1950 мАч. Здесь же 56-й стоит у нас на 1400. Ну, я говорю, можно, во-первых, у станции задать режим сохранения энергии, но, опять же, экономия будет небольшая. Вот на этой серии мы проверяли, она, кстати, потребляет также меньше, чем 3000-я серия. Получили мы, например, 72 мА потребления в дежурном режиме при выключенном режиме сохранения энергии и 69 мА при режиме сохранения энергии уровня short, он называется, то есть всего лишь 3 мА экономии, поэтому, конечно, здесь сильного выигрыша все равно не будет. И, соответственно, берите аккумулятор тогда побольше емкости, потому что станция потребляет прилично. Ну и второй недостаток. Мы получили не очень высокую избирательность по соседнему каналу при отстройке на 10 кГц. Но, в принципе, это и у этой серии, также у тысячной мы проверяли. Было это значение тоже малым. Но будем проверять в городе, посмотрим, как она будет в аналоговом режиме с помехами справляться. Я думаю, что проблем не будет. Так, теперь по поводу преимуществ. Да, станция универсальная. Хотите работать в системе NXDN, можете запрограммировать NXDN каналы. Хотите работать в DMR или перейти в другую систему, да, можете работать в DMR. Но, опять же, нюанс. Нет возможности сразу работать и там. То есть вы должны сбросить все настройки тогда и запрограммировать каналы заново. Либо NXDN, либо DMR. Встроенный Bluetooth у станции есть, встроенная запись переговоров, естественно, большое количество настроек и дополнительных лицензий, то есть станция универсальная. Как она себя проявит в реальной эксплуатации, мы продемонстрируем отдельным роликом, то есть будут у нас участвовать и эта серия, и тысячная серия. Сравним, посмотрим, как они будут работать. Все, у кого вопросы есть, тогда задавайте в комментариях. Тогда кратко с этими станциями закончим. Было интересно посмотреть, что они могут. Конечно, Kenwood впечатляет. Одна из самых интересных станций за последнее время у нас на канале. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.